матч первый период завершился со счетом 0-0, итоги которого подведет нападающий хоккейного клуба «Зауралья» Иван Воробьев. Что сказать-то? Да хорошая плотная игра, что никто не хочет уступать. Пока так, раскачиваемся, не больше. «Зауралья» в новом году не проигрывает, 10 побед подряд. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет успеха? Да, удачно сходили на корпоратив, как бы много посидели, обдумали, у нас начался плей-офф, нам нельзя уступать, и как бы из-за этого идет успех. А еще такой личный вопрос. Смотрите, за игру вы отыграли в несколько сезонов, а за этот сезон вы уже сменили два клуба. В чем причина? Как, я не знаю, не могу ответить на вопрос. Ищу свой клуб, как бы нашел здесь. Все нормально, все нравится. Здесь не давали, нашел другое место, где дают. Ну что ж, спасибо большое, желаю удачи. Второй период завершился со счетом 1-0 в пользу «Югры», итоги которого подведет защитник хоккейного клуба «Югра» Анатолий Елизаров. Хороший второй период, боевая игра, никто не хочет уступать, все бьются, поэтому мы выполняем свою установку, а не свою. Хорошая игра, хороший второй период. Расскажите, пожалуйста, как все-таки удалось распечатать ворота соперника? Ну, там, если честно, партнеры многое сделали, создали хороший трафик перед воротами, мне оставалось только попасть. А соперник наверняка будет отыгрываться, и какие будут ваши действия в заключительном отрезке игрового времени? Также строго сыграть в свою игру и не дать ничего сделать сопернику. Что ж, желаем удачи! Завершился со счетом 2-0 в пользу «Югры», итоги которого подведет нападающий хоккейного клуба «Югра» Егор Степанов. Хорошая игра, вязкая. Хорошо отстояли меньшинство, большинство забили. Все хорошо, все по делу. Матч был очень напряженный, было очень много борьбы. А как вы вообще оцените соперника? Хороший вязкий соперник. Готовились, что игра будет вязкая. Смотрите, несмотря на вот такую победу, последние две игры на выезде вы все-таки прошли не очень удачно. Как вы готовились к домашней серии игр и какой настрой на следующую игру? Позитив. Готовились к хорошей игре. На позитиве все. Спасибо большое. Поздравляю с победой.
Итак, первый период подошел к концу, счет 0-0. И итоги первого периода для нас подведет капитан команды «Горняк УГМК» Суслов Константин. Константин, регулярный чемпионат подходит к концу, и ваша команда еще не гарантировала себе место в плей-офф. Для вас каждый матч решающий. Ну, у нас уже давно начался плей-офф, наверное, уже с начала января, потому что плотно все в таблице идут, особенно в нашем последних 8 участников плей-офф, поэтому плей-офф для нас давно уже начался. А с первой секунды матча много атак, много силовых приемов, с чем это связано? Ну, обе команды хотят выиграть, и все всегда играют на победу на все 100%. А какие действия будете предпринимать во втором периоде? Ну, активная игра, заставлять больше ошибаться соперника. За счет этого можем только выиграть. Спасибо, Константин. Завершился второй период со счетом 0-1. И сегодня в хоккейной команде «Югра» праздник. Свой 23-й день рождения празднует нападающий и один из лучших снайперов ВХЛ Егор Степанов. Егор, расскажи, пожалуйста, «Югра» имеет большое преимущество над соперником, большое количество бросков и набросов, но не удается забить шайбу. Как ты думаешь, почему? Не хватает одного игрока на пятаке, чтобы закрыть вратаря. Так, вратарь все видит, надо продолжать бросать и попытаться туда лезть на пятак, какая-нибудь залетит. А наверняка хотелось себя порадовать и забросить шайбу в день рождения. Для меня будет праздник, если команда выиграет. А расскажи, как будете действовать в оставшемся периоде? Сейчас перерыв, тренеры нам подскажут, как играть. Я думаю, все, что я сказал, то же самое они скажут. Может быть, по тактике еще немножко подскажут. Егор, поздравляю тебя с днем рождения и желаю ярких побед и голов. Итак, матч «Югры» и «Горняк» УГМК подошел к концу со счетом 0-1. Итог нам подведет Артем Воронин, капитан команды «Югра». Артем, «Югра» много создавала в атаке и много было бросков и набросов. Почему же все же не удалось пробить ворота соперников? Да, я с вами согласен полностью. Ну, наверное, это заслуга полностью соперника. Вратарь молодец, полевые игроки. Я думаю, не знаю, сколько по статистике, но думаю, очень много на себя шайб поймали, самоотверженно играли. При этом все равно нам удавалось доводить шайбу до ворот, но, к сожалению, мы просто не реализовали свои моменты. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, были прям 100% голевые моменты, но, видимо, такое бывает. Такое бывает, это надо немножко пережить и готовиться к следующей игре. А было много моментов, когда «Югра» играла 5-4. Почему все же не удалось реализовать большинство? Ну, в последнее время это, так скажем, наш небольшой бич. Мы стараемся, работаем над этим, но Мне кажется, сегодня было даже большинство немножко получше, чем в предыдущих играх. Повторюсь, вот просто она не шла, и здесь как 5-5, так и 5-4 не получилось.
откупорить, как говорится, ворота соперника. Спасибо. Югра уверенно открыла счет в первом периоде. Как итог, 2-0 в пользу Югры. Итоги первого периода подведет защитник хоккейной команды «Южный Урал» Владислав Воропаев. Подведите, пожалуйста, итог первого периода. Что 0-2 проигрываем, нужно добавлять во всех компонентах. Играем почти весь период в своей зоне. Нужно переводить игру в зону соперника и постараться как можно больше создавать голевых моментов. Ваша команда еще не потеряла шанс на попадание в плей-офф. Какие будут установки на второй период и, в принципе, на всю игру? Какие были установки? Ну, установка только на победу у нас всегда. Конечно, хочется попасть в плей-офф. Будем стараться, будем все делать для этого. Вот и все, что еще могу сказать. Как вам оказаться когда-то в родных краях? Вы когда-то играли за игру? Да, очень приятно снова здесь быть, играть. Да. Хорошие здесь болельщики, хорошая атмосфера всегда на хоккее. Так что только с хорошими эмоциями приезжаю сюда. Что ж, желаю удачи. Со счетом 4-1 в пользу Югры. Итоги второго периода подведет нападающий хоккейного клуба Югра Владислав Лукин. Подведите, пожалуйста, итоги второго периода. Да, хорошо, хорошо играем, есть моменты, забиваем. Пропустили гол, постараемся больше не допускать. Ну, несмотря на то, что Югра сегодня много атакует и сегодня хорошая реализация большинства, все равно одну ошибку все-таки в виде пропущенной шайбы допустили. В чем причина, как вы думаете? Ну, стечение обстоятельств. Против нас тоже играют хорошие команды, они тоже хотят забивать, они создают моменты, где-то подловили нас на ошибки. Ничего страшного, будем работать и стараться победить. Несмотря на это, 4 шайбы уже ворота соперника. И вот 4-я шайба такая самая проблемная. Что за курьезный случай произошел с вашей именно шайбой? А я не знаю, но я видел, что она пересекла. Был звук внутри ворот, такой не штанги. Поэтому был уверен, что гол, не знаю, что там смотрели. Мы ее все-таки засчитали. Желаем удачи в третьем периоде. Спасибо большое. Спасибо.
Ну что ж, можем с уверенностью сказать, что Югра полностью отыгралась за прошлый матч. Как итог, 5-2 в пользу Югры. Итоги матча подведет капитан хоккейного клуба Югра Артем Воронин. Хорошо, что получилось выиграть всех с победой. Я думаю, что, наверное, главное в этом матче, что забили много шайб и в большинстве заходило, и в равных составах. Поэтому, надеюсь, такая тенденция продолжится. Тяжеловато в последних матчах было с голами, но я думаю, есть куда нам стремиться, потому что эпизодами как-то немножко выпадали, как кажется. Надо немножко убирать этот момент. Большинство действительно удалось реализовать аж 4 раза. А это такой настрой был агрессивный из-за прошлого матча или просто какие установки вообще были на игру? Ну, конечно, немножко поговорили, так, скажем так, собрание провели нужное, видимо. Если сработало, значит, нужное было собрание. Но я думаю, чтобы главное, чтобы это была не разовая акция, а продолжалась эта тенденция, это то, что мы хотим видеть. Какой настрой будет на следующую игру? Ну, я думаю, что, как и на каждую, естественно, победный настрой обязательно надо. Мы играем перед домашними болельщиками, и мы должны показывать каждую игру на максимум. Что ж, поздравляю с победой. Первый период завершился со счетом 1-0 в пользу Челмета, итоги которого подведет нападающий хоккейного клуба Челмет. Хорошая игра, в принципе, соперник очень хорошо атакует, в принципе, и мы тоже хорошо атакуем. Где-то нас тащит вратарь, и, в принципе, все. Прошлую игру вы одержали, можно сказать, героическую победу над обладателем Кубка Петрова. Ну и сейчас делаете успехи против лидеров турнирной таблицы. Это какие-то особые установки? На таблицу мы не смотрим, мы играем с каждой командой в полную силу, и это нам дает плоды. Ну что ж, желаем удачи! Второй период завершился со счетом 2-1 в пользу Челмета. Итоги второго периода подведет защитник хоккейного клуба «Югра» Валерий Васильев. Подведите, пожалуйста, итоги второго периода. Продолжение первого. Хорошее столкновение, быстрая игра. Они вышли биться за попадание в плей-офф. Вот, нам тоже нельзя давать спуск, продолжать гнуть свою линию, продолжать играть свой быстрый хоккей. Оставлять шайбу до ворот, и все придет к нам. Вам все-таки удалось распечатать ворота соперника. Расскажите, как это было, как вам удалось? Просто разыгрывали 5-4, я решил доставить шайбу до ворот, и все. Смотрите, игра достаточно агрессивная, много опасных моментов создается и вами, и соперниками. И вы, играя даже в меньшинстве, создаете больше опасных моментов. С чем это все-таки связано? Ну, это хоккей, нужно забивать шайбы, поэтому мы идем в атаку. Что ж, желаю удачи в третьем периоде.
Ну что ж, матч завершен. Как итог, 3-2 в пользу Челмета. Итоги матча подведет нападающий хоккейного клуба «Югра» Иван Козлов. Подведите, пожалуйста, итоги матча. Да что, блин, подводить? Проиграли игру, которую должны были выигрывать. Думаю, сейчас все равно все команды настраиваются у нас, как, на, я думаю, как X2 на соперника, потому что все равно мы лидер чемпионата, и команды другие бьются за плей-офф. Не знаю, я не скажу, что с нашей стороны была какая-то расслабленность или недонастрой на игру, потому что каждую игру мы хотим выигрывать, и каждому поражению относимся очень больно, потому что не хотим мы проигрывать никогда никому, но, к сожалению, эту домашнюю серию мы, скажу так, провели на 3 с минусом, я считаю. А какой вообще будет настрой на выездную серию игр? Какие установки будут? Ну, я думаю, установки все равно нам даст тренер. Ну, а так, конечно же, у нас одна единственная установка – это побеждать в каждом матче и забрать кубок, да, первый. Конечно же, настраиваться уже и готовить себя, свое тело, свою голову на второй кубок. Задачи только такие. Как вообще, в принципе, оцените соперника? Игра должна была достаточно напряженная. Ну, я говорю, как я сказал, сейчас все бьются за плей-офф и настраиваются у нас как на X2, да. Ну, хорошо сыграли, но считаю, что чуть были они, наверное, удачливее, чем мы, потому что я не знаю, сколько мы сегодня моментов не забили, сколько шайбы сходило в самый последний момент. И, ну, просто сейчас, думаю, лучше пусть сейчас удачка чуть у нас отвернулась за то, чтобы хотя бы в плей-офф все было по-другому.